В доме 35 по улице Мира заканчивается капитальный ремонт. В ближайшее время все 18 квартир опять будут заселены. Проблемным третий подъезд дома 35 на улице Мира стал весной прошлого года, когда рядом с ним началась глобальная стройка многоэтажки. В жилом здании 1910 года появилась трещина, и дом был признан аварийным. Правда, не весь, а лишь этот третий подъезд. Застройщик квадратные метры во временном маневренном фонде предоставил только жителям этого подъезда. И весь последний год с трещиной велась непримиримая борьба. Было усилено основание под зданием, и был усилен сам бутовый фундамент по периметру. За домом мы следим каждый день, отчеты постоянно предоставляются службе государственного строительного надзора, осадок нет. Застройщик за свой счет укрепил несущие конструкции, фундамент. Он готов сделать косметический ремонт, и если верить документам, то теперь дом безопасен, и живущие здесь могут возвращаться домой. Мы получили не просто хороший этот дом, а дом очень сильно укрепленный. Поэтому я еще раз подчеркиваю, я всегда говорил, что хорошие соседи – это больше, чем двоюродные братья. В этом доме никаких нареканий, уверен, что от жителей не будет. В доме уже есть электричество, газ и вода, а систему теплоснабжения застройщик полностью обновил.